Ты можешь включить уведомления и не пропускать новые серии Smosh. Ну так, что там? Спейте рэп о человеке, который сидит возле вас. Думаю, то, что нам что, надо... Что, ты хочешь дать бит? Я могу изобразить брэба. Отлично, я дам бит. Превосходно, давай с телефан. Специально для вас, ребят. Я сижу в джаку со своими парнями, мы издаем много-много звуков. Но Йен и Флиц собрались здесь, чтобы сделать микс. С очками, без очков, с очками. У нас здесь у всех клевые задницы. Это правда. Следующий персонаж. Дейзи Дак. Ее отличительная черта, она Бэтмен. Дейзи Дак это Бэтмен? Ее плохие черты. У нее ноги гориллы, горб верблюда и копыта вместо рук. Утки, только все остальное от утки. Может, у нее еще и тело лошади? Представьте, вы на первом свидании, типа, че кого, как дела? Убей меня! Не обращай внимания, у меня ноги горят. Это все из-за нервов. Ну, типа просто, да, просто расслабься. Ты не могла бы мне напомнить, чтобы не забыть за свою обувь? Ну, если я так сама не забуду. Смотри, у меня есть кое-что для тебя, я хочу, чтобы ты сбила это с моей головы. О мой бог, я сейчас вообще не уверен, что мои глаза меня не подведут. Я верю в тебя, Дженнифер. Окей, ну ладно, ты промахнулась. Слушай, ты не мог бы одеть обратно свои ботинки? Я мог бы, но мне так не нравится носить обувь. Итак, Джен, притворись, будто ты устал уже от всех этих интервью, он пытается тебя задеть, ты обижена. Тебе не кажется, что тебе стоило вести себя более профессионально и где-то себя сдерживать и уважать того, у кого ты берешь интервью? Нет. Нет, ты так не считаешь? Простите, но мне кажется, не профессионал от слова совсем. Простите, мы закончили. С меня, блядь, хватит. Я так понимаю, это конец? Перевела Алена Лопатина, озвучив виски. Не забудь добавить это видео к себе, а также вступай в группу Smosh ВКонтакте, vk.com/smosh. Ссылка есть в описании под этим видео. Ага.